Всем здорово! Сегодня я вам покажу, как я сделал вот эти прикольные white wall'ы своими руками. Погнали! Для того, чтобы покрасить шины, как сделал я использовал грунт. Как вы видите, Body 692 крас, прозрачный клей и использовал мусорные пакеты, дабы укрывать колесо. В первую очередь я отвез диски, чтобы их отпескоструили и покрасили порошковой краской и отдали почти через день. Все на все ушло 6000 рублей, из них 4000 на пескастурю покраску и 500 рублей отдельно каждое колесо вышкурилось, потому что там были глубокие ямы после пескаструя. Сначала нам надо было отшкурить шины, чтобы краска лучше ложилась. Дальше нам потребовалось обклеить как раз скотчем шины, чтобы не забрызгать нигде в нам ненужных местах краску. Даже не засек, сколько это времени у меня ушло, но уйма. Потом надо было загрунтовать, и каждый слой я выдерживал примерно 30 минут. Таким образом я покрыл где-то 4 слоя. И уже покрывать ее краской, также выдерживая по 20-30 минут с каждым слоем, и потом оставляем как минимум на сутки сохнуть. И наконец-таки я это все доделал. На часах у нас 7 часов утра, и я все-таки доделал это. Оставлю их здесь. На самом деле есть большой шанс, что они потрескаются, но цвет мне сейчас очень нравится. Много апдейтов. Колеса все еще лежат у меня в прихожей. Сегодня я решил все-таки использовать клей. Это прозрачный рабр для резины клей, в общем-то. Поэтому я нанес аккуратненько кисточкой по этому контуру его. И чисто теоретически тут написано, что он флексибл, что значит гибкий. Что, по идее, должно сделать пленку, чтобы она сохранилась. В общем-то, если все это получится, я буду сильно кайфовать очень-очень сильно. Поэтому думаю сейчас снять всю вот эту ерунду вокруг колес, чтобы она не приклеилась и потом не было у меня геморроя, чтобы я все это отдирал. Погнали! И, в общем-то, финалочка. Посмотрите на эти, шины, диски. Конечно, мама не одобрила, потому что не любит резкие запахи. Но батя, по-моему, оценил. В общем-то, прошелся немного еще клеем, подчистил их. В общем-то, сейчас бомба оставлена на 2 дня, чтобы они максимально клей засох. Надеюсь, родители меня за это время их не выкинут на улицу. А так вот, стоят красотки. Вот так вот я осуществил один план. Пунктик покрасить и сделать себе white wall. Надеюсь, вам понравилось, и поехали дальше. В общем-то, единственное, что мне осталось, вот эти колпачки надо, либо я пробую их почистить, либо тоже их покрашу, и тогда уже будет полный комплект. Что думаете, чистить или просто покрасить? Как вы можете видеть, я их уже очистил, я их отшкурил, и сейчас берем газетку white spirit и красочку, которую я подогреваю на батарее, чтобы была не холодная. Кстати, краску купил я за 60 рублей, съездил в магазин специальный в Соловянке у нас. Сейчас будем красить этих красоток. Краска почти подходит под диски, посмотрим, как она ляжет. История такая, когда поставил кружку идеально ровно и не двигал ее. Как вам такое, Илон Маск? В общем-то, доделал я их. Немного колхозно выглядит, конечно, но вроде нормально. Если мы ставим их сюда, защелки вот так вот. То мне кажется, смотрится вполне ничего себе. Вот. Что я могу еще сказать? По-хорошему надо их покрыть еще лаком. Приеду к слесарю, попрошу у него, чтобы мне не покупать просто на такую мелочь, попрошу его покрыть это лаком, то они будут готовы. В общем-то, если они даже поцарапаются, это куда меньше меня волнует, нежели вот эти white wall'ы, которые я 2 дня клеил. Поэтому, если что-то с ними произойдет, я их просто перекрашу, ребят. Поэтому вот так вот я сделал свои колеса. Надеюсь, вам понравилось.
И если вам интересна судьба этих колес, подписывайтесь на мой инстаграм, и вы точно не пропустите самые последние апдейты.